октябре началась борьба за первое место и золотую медаль в тяжелой весовой категории. В красном трико борется Георгий Сакандалидзе, Грузия. Ему 23 года, живет в городе Тбилиси, 12 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Александра Кахняшвили. Георгий – бронзовый призер первенства мира среди молодежи 2010 года, победитель первенства Европы среди молодежи, чемпион Грузии, многократный победитель международных турниров. Арсланбек Алиев, Россия, Дагестан, борется в синем трико, город Хасавюрт. 14 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Гаджи Рашидова. Арсланбек Алиев, обладатель Кубка мира 2011 года, призер чемпионатов России, победитель международных турниров. Thank you.